Я учусь на отделении видеопроизводства в Новосибирском госуниверситете, и именно в качестве большого такого документального, я бы сказала, да, ну не метра, но тем не менее фильм, это, конечно, опыт такой впервые. Фильм об уходящей науке астрономии. Когда только мы познакомились с Ильей Орловым, бывшим работником планетария, он очень увлекательно рассказывал нам про астрономию, про то, какие сейчас она испытывает сложности, и меня заинтересовала эта тема. Не просто организовать команду, продумать все моменты от и до, еще и срежиссировать, провести съемку, а потом были немного нервные, очень эмоциональные, там, бессонные моменты, да, когда мы это все монтировали, собирали, было определенное количество правок, ты должен успеть в сроки, конечно, это все очень так немножко нервно, но оно того стоит. Очень приятно видеть свою работу на большом экране. Сложность была, да, с монтажом, очень тяжело было просмотреть огромное количество материала, потому что это наблюдение, до 10 часов каждый день, 5 съемочных дней, то есть там 50 часов материала, которые надо просмотреть, 2 камеры. Мы заметили на большом экране некоторые проблемы с драматургией, что, наверное, много интервью было, не знаю, зритель скажет. Но как проект, мы довольны проектом, мы любим этот проект, мы хотим его закончить. С 27 по 29 августа на 6 площадках города проходят показы, встречи, обсуждения. И все они посвящены научному и индустриальному, или как раньше его называли, промышленному кино. В частности, сегодня мы смотрим программу фильмов, созданных в рамках акселератора под руководством студии Горького знаменитой, которые вот работали в летний период с ребятами. Интерес к научной теме есть. Что потенциал есть, что людей, которые хотят и могут снимать кино, у нас достаточно. И, собственно говоря, это здорово обнадеживает.